Первые международные интеллектуальные игры пройдут в Якутии в 2018 году. Концепцию представили сегодня главе республики Егору Борисову. В рамках интеллектуальных игр пройдут олимпиады по физике, математике, химии и информатике. Борисов предложил включить в программу также шашки, шахматы и робототехнику. Кроме того, он указал, чтобы для игр был установлен хороший призовой фонд. Планируется, что в форуме примут участие более 1500 школьников из разных стран мира. Международных дизайнеров.